Глава городского округа Люберцы и секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Волков провел личный прием граждан. Совместно с коллегами из администрации городского округа и представителями общественной приемной партии он рассмотрел ряд обращений. Какие вопросы прозвучали на встрече, расскажет Анастасия Кладинова. Встреча такого формата позволяет люберчанам получить ответы на вопросы здесь и сейчас. Людмила Широкова проживает на улице Шоссейной. Жители 66-го дома просят сделать пешеходные дорожки и переходы. В связи с введением новых домов сейчас весь пассажиропоток идет через наш дом. Соответственно, они бегают через дорогу, машины тоже ездят. Переход сколько нужно времени, чтобы сейчас сделать? 10-дневный срок, также 10 дней. Его просто нарисовать нужно? Да. Знаки пару поставить? Да. 10 дней вам хватит. Протокол вносим, то же самое, через 10 дней с фотографиями отчета. Юрий Коваленко тоже проживает на улице Шоссейной. Он обратился с просьбой ограничить движение грузовых машин из-за близкого расположения дороги к жилым домам. Тут у нас ЖК «Жилибина парк». И дорога, которая открыта сейчас для всех, кому можно и нельзя. Ходят в основном бетономешалки, трейлеры, фуры. Днем, ночью вот это все шурует, летит, гонится. По грузовикам полностью соглашусь. Мне говорили по ограничению проезда машин. Легковой транспорт мы не ограничим. Он как ездил, он должен там ездить. А вот всем остальным, кто транзитом по этой дороге хочет проехать, вот для них нужно ограничить проезд полностью для грузовых машин. Личные встречи с главой городского округа Люберцы проходят ежемесячно. С графиком приемов можно ознакомиться на сайте местного отделения «Единая Россия». Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.